Ну а перед началом этого видео хотел бы сказать, то, что скоро выйдет видео топ-5 игр по мнению подписчиков. Поэтому у себя в ВК я опубликовал опрос, какая ваша любимая игра. И вы сможете проголосовать. Переходите по ссылочке в описании на мою страницу, а также можете голосовать. Ну а если здесь не нашлось вашей любимой игры, то я опубликовал еще один опрос. Ну а если даже за эти два опроса нет вашей любимой игры, то тогда можете написать в комментариях, что ваша за любимая игра. Ну или же две или три любимые игры. Также можете написать их в комментариях. Приступаем к ролику. На всем это, ребята, с вами Альберт, это новый выпуск. По Brawl Stars это уже 6-я серия по аккаунту «Один просмотр равно 2 кубка» или же «Путь просмотров». Что мы будем сегодня делать? Мы будем поднимать кубасики, также я дошел быть боссом до испытания безумия, но не могу его пройти. Также, если я его пройду, мне дадут 100 жетонов и все как бы закончится. Также давайте посмотрим, сколько вы набрали просмотров под прошлым роликом. Ну а под прошлым роликом вы набрали 101 просмотр, то есть мы должны апнуть 202 просмотра. Переходим к ролику. Вернее, в игру. Ну так короче, мы перешли в игру. Также, сколько наберется просмотров под этим видео, да? Я их умножаю на 2, и в следующем видео столько апаю кубков. Так что поэтому все зависит от вас, да. Также у меня есть тут 100 очков силы и мегабоксик, да. Также у меня возобновился второй канал. Ссылочку я оставлю на него в описании. Подписывайтесь, там будут выходить теперь нарезки, да. Там уже есть одна нарезочка, можете посмотреть, как я выбил первую Лего. У меня, конечно, есть видос этот на основном канале, но там он вышел где-то месяц-два месяца назад. Ну вот, короче, давайте откроем сразу же. Эти вот очки силы сейчас... Нет, давайте сейчас откроем вначале мегабоксик, потому что с него может выпасть боец, и потом мы можем злить очки силы именно на него. Также мне может выпасть сверхредкий этот Джеки. Давайте открываем мегабоксик. Давай. И 5 предметов. К сожалению, 5 предметов. Ну ничего. Но тогда тратим очки силы на Пенни, да. Также мы ее можем прокачать на 6 уровень. Давайте прокачаем. И у нас еще примат на 4 доступен. Отлично. Так, у нас... Но Пенни трогать я пока что не хочу. Давайте сейчас, так как у нас события монет, давайте сейчас пойдем в ШД, также я возьму, например, я сейчас возьму Розу, так как у нее первый ранг, и у меня будут вот ранги, да, а за новый ранг дают 10 жетонов, так что поэтому я вот хочу побольше монет накопить. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку. Вот, кстати, как вы можете заметить, мне вот за эту катку дали аж 128 монет. Вы представляете, за одну катку заработать 128 монет. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку. Не, ну супер, классно серваки Supercell добавили в Россию. Посмотрите, просто классные серваки. Мне прям они очень зашли. Приколитесь, у меня были лаги всю катку, я занял топ-1. Это как вообще? Просто было столкновение, да? Я лагал, да? Ну и противник взял банку и ушел в яд, вы представляете? Просто офигеть! Я с лагами, без банок, занял топ-1. Так что поэтому не надо там вот выходить из Бравла, если у вас лаги. Может быть, вы займете хорошее место. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков, погнали в следующую катку.
Отлично, топ-2 плюс 8 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, третье место плюс 7 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Но мы сейчас не пойдем в следующую катку, так как мы апнули всех персонажей минимум на 5 ранг, кроме, конечно же, Пенни, потому что Пенни я на потом оставлю, да. Также у нас сейчас 1440 кубков. Так, давайте заберем денежку. 100 монет, это неплохо, так я скажу. И у меня уже 1433 монеты. Так, давайте посмотрим, может что-нибудь в магазине есть. Так, ну видео получается очень коротким. 6 минут, да. А надо минимум хотя бы 10 минуточек. Ну вот, мне надо апнуть примерно 1460 кубков, да. Дэрила, и пойдем скатаем в захват кристаллов, так как там квест ежедневный. Ну и сыграю я на видео. Так, надо убить Пока. Отлично, убили. Вот воробушек яд. Так. Укатываемся отсюда. Так, отлично, молодец. Примат, сюрприз! Ну это боты. А Боком мне даже ничего не делает. Эй, Барли, ты что себе возомнил? Ты же бот. Привет. И пока. Так. Отлично, 3 кристальчика. Ну, привет, Покич. Пока. Пока, Пока. Так, получай. Блин, я сдох. Вот ведь гадкий Барлей. Так. Так. Эй, Пока, забор покрасишь мне? Не покрасишь, убью. Хорошо. Не согласился, так не согласился. Блин. Короче, мы выиграли. Это здорово. Плюс 8 кубасиков. Прям отлично. И я старплеер. Или же звездный игрок по-русски. Так, мне надо этот момент еще вырезать будет. Так. Идем. Примат, конечно, красава. Нажал играть снова и стоит. Ну, привет, Кольт. Ах, вы гады, атакуйте. Идите лес. Идите лесом, да. Ну, здрасте, Шелли. Блин, Шелли, ты с ультой. Вот зараза такая вот. Так. Давай, копись, ульта, копись. Так. Отлично, до свидания. О, кстати, пасхалка к радио стриму вон там. Так, молодцы, что сдохли. Так, я соберу все гемаськи. Так, мне надо прятаться. Привет, Роза. До свидания. Я укатываюсь. Так. Кольт, не сдохни, Wi-Fi. Не сдохни, Wi-Fi. Ну, Wi-Fi это святое, он не сдохнет. До свидания. Ну, отлично, мы победили. Плюс 8 кубасиков. Так, у нас 7 ранг на Дэриле. Блин, не выполнили квест. Но сейчас я посмотрю, получается. Ну, ничего не будет, если я выполню квест. Так что все. Всем спасибо за внимание. И всем пока.